Никита Алешин сменил бас, он впервые изменил свой инструмент, то есть записал все партии фортепианные, потом там этот трек вообще был записан живьем, без всяких там стопов, там наложений, то есть как вокал, так и, собственно, фортепиано. Мы здесь просто были в студии, вот там вот такое окошечко, и я смотрел на Никиту и видел, как он играет, и слышал в наушниках, а он смотрел на меня и ловил выражение моего лица оттуда. И получилась такая вот песня на записи, которая называется «Слушай, как ты дышишь». Написал ее в поезде, как раз по дороге до Казани, да. Вечер скучен, глухой нечем, месяц облик мрачен, в тамбуре скучен. Вечно клянчит некто курить, и блик скачет по лицам, как мячик, шалит чадо дорожного фонаря, и вагон раскачивается со скрежетом, будто и не было никакого сюжета, а в растате осень с проседью остывающего ноября, наступающего декабря, в пустоте привокзальной площади. Между поездами в паузу живу покоем, сторонясь толпы и громогласных реплик. В смуте дел над временем своим неволен, дома у тебя я просыпаюсь редко. Но пока по комнате мечется солнце осколок испуганный, красит твой потолок в рыжий, рифмуя светится и светится, я слушаю, как ты дышишь. В грохоте города, в поступе холода, в глупом эфирном хохоте, сочиняет пьесу стылый ветер певчий. Время века, никому ни в чем не доверяя жить, но нам с тобой вернее легче. Взлетит взорванное облако двумя воронами белыми и растворится в проливном ливне. Решето кленовое золото, просто смотреть в глаза, рядом не замерзать в грохоте города, в поступе холода, в глухом эфирном хохоте.
периодически, а время все это выучивать на гитаре. Вот просто в этот период нет, поскольку, ну, действительно, студия все съедает. Песня называется «Майя».